Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутумпалт, а мы сегодня будем с тобой играть в CSGO и проверим, смогу ли я дойти до золотого ножа в гонке вооружений. Это, в принципе, займет немного времени, поэтому видео будет небольшое, но с удовольствием для тебя. Ну, кто любит CSGO, посмотрит, как я могу играть. Ну что ж, а теперь я могу, в принципе, прибавить свою громкость музыки, потому что уже я сказал главную речь, поэтому давайте. Сгоняем поиграть. Качающие, да? Специально брал. Раньше этот Music Kit был намного дороже. Так, карта Safe House. Я думаю, тоже в принципе смогу, хотя я не понял, чтоб я на этой карте золотого ножичка доходил. Ну ладно. Думаю, смогу. Ну и ты в меня верь. Так, ну чё, погнали, спецназ. Ты где? Куда ты ушел? На тебе въебало. С тобой уже началось у нас. Уже идет бойня. Я об этом не знаю. Так, где? Отлично. Почти добил. Офигевшая морда. Спасибо. Ну, как у вас такой дальность работы гачит? Так, крыса. Да откуда? Офигеть вас тут. Куда вы? Вы охуели? Что-то они тут жесткие. Ебать, поохуели. Вас тут слишком много, блядь. Бля. Пиздец. Этот мудозвон. Да сколько можно-то? Вас тут слишком много. Так, все, смерть тебе. Где там этот? Ушел, да? Давай, попробуй. Вот засранец, а. Пиздайте. Все, пизда вам, я разозлился. Блять. Предупреждал вас, парни. Я вас предупреждал. Так, вот у нас уже другой матч идет. На карте. Да блин, это, ну, ребята, это ж не по теме. Какое уничтожение объекта, ё-мо. Мне на гонку вооружений надо, а вы мне на уничтожение объекта берете. Ну вот сразу понятно, то что ты. Так, ладно. Мне нужна гонка вооружений. Где моя гонка вооружений?
Что-то пока меня не было, взяли, проголосовали за другую карту, за другой режим игры. Так, шутс, карта шутс. Ну, в принципе, нормальная вроде была. Сейчас с тобой поубиваем. Так, спецназ. Как раз. Два. Очень. Ну вот какое тут нафиг соревнование в гонке вооружений, когда тут эти мужики уже вон с какими-то пистолетами ходят. Ну ладно, без разницы, все равно попробую. Я буду пробовать. Так, отлично. Почти. Уже на втором готов. Месте. Так. Готов. Это кто сказал, Патрик? Готов. Все готово. Сюда и быстро. Сейчас посмотрим, кто тут батя. Школьник. Так. Я просто попал вот под конец его матча, ну как всегда, в принципе. Вот сейчас вот будет начало матча, и вот мы посмотрим, вот все по-честному как-то будет. А, давай багаж. Багаж мне, плиз. Ну, за багаж проголосуйте. За лейк проголосовал. Да какой нафиг лейк? Не надо лейк, ё. Мужики. Багаж. Блин, ну. За лейк. Ну ладно. Лейк так лейк. И на лейке сможем. Ну, я надеюсь, что мы сможем. Да, второй год. Третий сейчас будет, иди нафиг. Тупой, тупой. Так, все. Давай посмотрим на ножичек. Это самый прекрасный ножик. Так, все, давай. Погнали. Что-то... слишком тупите. Так, ну вот конечно, от кого я отвернулся, пусть меня гасит. Так. Того замочил. Давай, побежали. Где наш будет охуенный? На вхед. Где еще? Эй. Бот. Меня убил бот. Это серьезно? Да, серьезно. Да ебшу, блядь. Почему я нифига не... Вот ты что за туалетом спрятался? Нехорошо. Ты где? Уже с третьего раза наконец-то кошку убил, ё-моё. Три патронины. Так, где тут еще-то? Выходи. А, зараза. А, я рыба. Плачу, не улыбаюсь, не говорю спасибо. Чё-то того, блин. Так, ну все, жоп тебе. Сказал же. Кто там?
Friendly kill. Так, красненького, красненького. Ну, чего так издали-то все время, да, дрысьё? Сука. Е. Да ты охренел. Да чё ж ты будешь-то, а? О! Блин, не фартануло. Меня там уже под прицел взяли. Еее! На первом этаже кто-то есть. Наконец-то. Конечно, есть. Сидит там, в углу писается. Все сдохли. Сейчас проверю дом, кто тут шарахается. Кто у меня тут в доме шарахается? Какая скотина. Вроде чисто. Вы использовали, меня. Теперь я буду вас использовать. Блин. Готовьтесь. Сейчас посмотрим, кто тут лучше из вас. Заткнись. Держу. Почти. Готов первый. Почти, петуха. Надоел. Отлично. Наконец-то. На. Блин, ну как я так... Как я так промахнулся сейчас? Чё, ребят, дайте подождите. Это ж не круто. Так. Да. Так-а. Нет. Нет. Стой. Опа. Ну нет. Вот. Хорошо играет. Вот зараза. Не слышишь, сейчас. Иди. Блин, закрыл его, взял, не дал патроном в него попасть. Кто? Вот вы что-то повсюду смотрите. Кто меня убил? Ты меня убил. Так, уже один игрок с ножом, все. Да я на всю карту стреляю. Да вот именно что. Бля, сильно. Ой, сори, ребят. Пипец. Бля, ты мешок вообще. Нифига я не успел. Ага, пошел в жопу, вот че. Иди нахуй, гандон, сука. Ха-ха-ха, пошел. Выебу тебя. Ванал, ага, выебу. Пошел ты в жопу. Марк Шутц. Идите, знаете куда со своим сейфхаусом? Ну раз на раз, сука. Го-го, пошел в жопу, козел вонючий. Номер дай, сука, я тебе найду, гандон. Давай, 2-2-2-2-2-2-2-2. Чё, красный, что ли, напал, боёк? 8-9-8-3. Ты синий. Бля... Это пипец какой-то. Вот видишь, я не успел дойти до золотого ножа, просто не успел. Меня со всех сторон гасили и отвлекали. Саша даже не понимал, откуда шмаляют. Так, ладно, спецназ, давай, в бой. Да блин, как я тебя не убил. Ну ладно, давай, смотрим победный нож. А теперь побежали. Шла нахуй, гандон ебаная, сычка. О, да открывай, бля. Не готов. Не готов, бля. Я второй. Вот, бля. Надоел. Нихера вас там. Ты пизда. Давай, иди сюда. Надоел. Чё, кто меня убил, ты? Рома, готов. Здравствуйте. Так.
Держу перья. Так. Так, так, так. Все слишком плохо. Мужики, вас слишком много, слишком. Совсем хуй цан, сука. Ну. Пипец. Что за крыса там ходит, понадоешь их? Опять дошел до этого пулемета. А, бля, рот ебаный. Привет. Откуда ты крыса взялась, блять? Да ты надоел уже. Вот так вот. Давай. Кто тут еще ходит, да? Дальше ты можно стрелять. Я жду его. Надоело. Все, наконец-то. Пистолету. Еще ходит, давай сюда. Ну хоть на третьем месте, пацаны, хоть на третьем. Вот этот вот КТРЛ плюс Z слишком жесткий. Я не успеваю дойти до ножа. Просто не успеваю. Сколько у нас времени-то? 27 минуток. Вот давай, что ли, еще одна последняя карта. Ну и достаточно. Нам с тобой будет. А вас сюда плейс. Вам, плюс. Слишком быстро, вот чисто слишком быстро он доходит и убивает кого-то. Тебя кикнули. Слишком быстро. Сложный для меня соперник. Поэтому пока я не могу достичь золотого ножа. Как бы я ни старался. Сейчас только рекорд побил, дошел до пистолета. Хотя бы. Так, ну давай, нас, погнали. Ну блин, ну так неинтересно, я бы ему сейчас хэд поставил. Вау. Давай, пошли. Да кто там гасит всю из ваших? Так, вот это вот я зря сделал, нельзя так ходить, надо ходить по старым проверенным методам. Вот сейчас вот мне точно пизда. Это серьезно, сюда. Сюда, не подошел быстро. Это серьезно, ты. Кто там? А это кто-то у нас, а это. Давай за. Вот опять это... дохуя, вот чисто дохуя. Ебали. Ну давай, убей меня уже. Чё так долго? Блять. Ну-ка быстро, я его добить хочу. Убежал, блять. Так, все, я тут. Спать нахуй, пидоры, сука! Блады. Фак. Ты круто же, да? Меня еще в игру приглашают. Как назло. Блять. Чё такие жесткие? Блять, да вы заебали, сука, черножопая олень. Иди сюда, блять. Заныкался. А ты хули, я сейчас за тобой сейчас приду. Я помню, что у тебя остался один патрон. А, еще один тут. Как ты с такой дальности не забегачил?
Вообще не понимаю. Да нет, ты такой... Чё ты жёсткий-то? Ну, налетай! У меня... Бля! Наконец! Что-то хорошее... Что-то хорошее появилось. Подходи ближе. Бля... Мои промахи уже были. Нихера ты там. Так, отлично, мне хоть скорострелку дали. Так. Пиздавшему шуму. Готовьте, бежите! Быстро сюда. Откуда хуячит? Вторая готов. Фух, бля. Хули тут так мало, хули тут так мало. Сейчас я на патроне на меня не пуста. Я его, кстати, почти убил. Пиздец. Вот нахуй вы мне там сдались. Не надо. Так, наконец-то. Пизда вам. Парень. Пизда он, гапари. Пиздатель. Блёх. Да чё ж ты будешь-то, блядь? Откуда вы попёрли, мрази? Прут ещё откуда-то, блядь. Бля, патроны нахуй. Я тебя добью. Блять, он опять до ножа дошел. Как? Как он так режет? Урод ты, пахан, понял? Короче, я сделал все, что мог. Я уже устал. У меня не получается дойти. Слишком сильный игрок играет, который намного сильнее меня, но я тебе гарантирую, я еще доходил до золотого ножа, да, было дело. Но сегодня, видимо, нам не судьба. Ну что ж, дорогой друг, с тобой был Тутенпал. Всем удачи, всем пока.